Есть такая теория. Очень интересная. Теория относительности, которая приписывается Альберту Эйнштейну. Но говорят, что он ее украл у французского математика Пуанкаре. А после кражи позировал художником и показывал язык. Псих у нас лежал в шестой палате. Алик всем показывал язык. Ё-моё кричал, МЖ в квадрате. Я к таким сортирам не привык. Ё-моё кричал, МЖ в квадрате. Я к таким сортирам не привык. Барбовал за пив денатуратом. Он расширил этот постулат. Энергично выразился матом. Я теперь равно МЦ квадрат. Энергично выразился матом. Я теперь равно МЦ квадрат. Записал как мог, поставил кляксу, отослал физический журнал. Резонанс, что вызвал этот ляпсус, новой теорией и стал. Резонанс, что вызвал этот ляпсус, новою теорией и стал. Псих у нас лежал в шестой палате. Псих у нас лежал в шестой палате. Псих.